В Алматы загорелое складское помещение на одном из крупных рынков. Пожар вспыхнул в отдельном ангаре, где хранятся металлопластиковые изделия. На место ЧП стягиваются все свободные расчеты, но пламя стремительно распространяется. Рядом находятся другие склады. Над городом клубы черного дыма. Спасатели сообщили о том, что в тушении задействуют авиацию. Сейчас с нами на связь выходит наш корреспондент Александра Салмина. Александра, вы в эфире. Что удалось узнать на месте? Какая площадь возгорания и сколько единиц техники задействовано? Да, пожар тушат вот уже больше 2 часов, но до сих пор огонь пылает, валит черный дым и слышно, как плавится металлическая отделка склада. Сообщение о возгорании пожарные получили без 22, и спустя 3 минуты они уже были на месте. А здесь работают больше 20 единиц спецтехники, свыше 60 человек из личного состава. Здесь поливочные машины, здесь автопоезд, и даже с воздуха огонь тушат 2 вертолета. По предварительным данным, загорелись тюки с мешкотарой. Вот от того такая высокая температура и от того так быстро начал распространяться огонь, говорят спасатели. Площадь возгорания составила около 3000 квадратных метров. И сейчас сохраняется опасность, что пламя все-таки перебросится на ближайшие склады. Надо сказать, что хозяева быстро постарались спасти свои товары. Пострадавших нет. Студия, вам слово. Александра, а удалось ли вам поговорить с очевидцами, что они рассказывают, как все началось и, возможно, были какие-то хлопки, взрывы? Да, удалось поговорить с очевидцами, но они говорят, что для них это было неожиданностью. Ни хлопков, ни взрывов не было, ничего. То есть они вышли, увидели уже дым и, собственно, начали спасать свои товары. Студия, вам слово. Спасибо, Александра. Держите нас в курсе. На прямой связи со студией из Алматы была Александра Салмина. Там сейчас крупный пожар на одном из складских помещений.